Ребята, выполним несколько упражнений для снятия напряжения в плечах и спине. Встаньте из-за парт. Пятки вместе, руки внизу, лопатки сведены, шея длинная, смотреть вперед. Каждое движение имеет свой счет. Будьте внимательны. Начинаем. Поднимите левую руку вверх и посмотрите на ладонь. Раз. Опустите ее и посмотрите вперед. Два. Поднимите правую руку вверх и посмотрите на ладонь. Три. Опустите и посмотрите вперед. Четыре. Ускоряемся. Раз. Левая рука. Два. Вниз. Три. Правая. Четыре. Вниз. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. А теперь добавим небольшие движения туловищем и ногами. Сцепите пальчики и положите руки на голову. Локти направлены в стороны, ноги вместе. Смотреть вперед. Начинаем. Спинку прогнули и наклонились вперед. Раз. Выпрямились. Два. Согнули ноги. Три. Выпрямили ноги. Четыре. Теперь быстрее. Раз. Наклон. Два. Выпрямиться. Три. Присесть. Четыре. Встать. И еще. Раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Закончим динамическую паузу ходьбой на месте. Кисти в кулак, спина прямая. И на 8 счетов поочередно поднимаем согнутые ноги вперед. Руки активно помогают. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стой! Молодцы! Продолжаем урок.